В роли добрых волшебников, которые приехали в социальный приют для детей «Орешек», сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тамбовской области. В рамках всероссийской акции «Дед Мороз» специального назначения они приехали к ребятам, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и Рождеством и напомнить о правилах безопасности в дни новогодних каникул. Мы каждый год сюда приезжаем. Ребятишки очень рады нашему визиту. Нам от души хочется искренне поздравить их с этим праздником, подарить им радость, вручить им подарки и устроить праздник небольшой. Сегодня в учреждении воспитываются ребята от 3 до 16 лет. Все они с нетерпением ждут праздника, с ответственностью к нему готовятся и верят в чудеса. Сегодня они с большой радостью встретили сотрудников Росгвардии, главного новогоднего волшебника и его внучку. Ежегодно дети готовятся к таким мероприятиям, пишут письмо Деду Морозу, где указывают свои самые сокровенные желания, чтобы они хотели получить в подарок. Готовятся очень тщательно к таким мероприятиям, учат стихотворение для Деда Мороза, для выступления, изготавливают открытки, украшения для приюта. Росгвардейцы подходят к такому непростому делу творчески. Готовят программу, конкурсы, эстафеты и музыкальные композиции. Переодевшись в костюмы, поздравляют детей. В пляс пустился и символ предстоящего года – дракон. Новый год – волшебный праздник, когда дарят подарки, загадывают желания и мечтают об их исполнении. Сегодня чуточку счастливее смогли стать 29 воспитанников социального приюта «Орешек». Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова, «Область новостей».